Что такое гранит? Камень? Прогресс? История? Время? Мы освобождаем гранит из недр земли и выбираем свое дело. Мы создаем будущее. Глушкевичи. Время гранита. Время надежды. Уникальное месторождение гранитных пород в Лельческом районе. Здесь располагается щебеночный завод «Глушкевичи», филиал коммунального проектно-ремонтного строительного унитарного предприятия «Гомель-Облдорстрой». Здесь работает более 250 человек. В экстремальных условиях каждый день, круглосуточно. Щебеночный завод «Глушкевичи» — это предприятие полного цикла производства от добычи камня до изготовления конечной продукции. Здесь выпускаются щебеночные материалы, гранитные блоки, бортовой гранитный камень, брусчатый гранитный камень, строительный песок, изделия из гранита. Карьер Надежды — единственное в Республике Беларусь месторождение облицовочного камня, сырье которого используется для получения облицовочных блоков и производства из них гранитных плит, плит мощения, пеленой, пеленоколотой, колотой брусчатки, бортового камня и других изделий из натурального камня. Продукцию Глушкевичей можно увидеть во многих местах Беларуси. При реконструкции монумента «Дружбы» «Три сестры», реставрации монумента «Победы», метро «Юбилейное» в Минске, благоустройстве объектов в Петрикове, в Могилеве, в Бобруйске, кургане «Славы» в Мозыре, реконструкции дворцово-паркового комплекса на Гродненщине. Площадь месторождения «Карьера Надежды» свыше 20 гектаров. Кристаллические породы залегают на глубине до 35 метров. На заводе выпускается более 30 видов продукции. Гранит Надежды имеет серый цвет с различными оттенками и разнообразной текстурой. Именно поэтому изделия из него уникальны. Завод гарантирует исполнить в срок все свои обязательства и предложить покупателям гранитные блоки и слябы из самых прочных пород, плиты облицовочные и мощения в различных видах исполнения, пиленные, термообработанные и полированные, гранитный борт для укрепления кромки участков и тротуаров, а также при строительстве дорог. Особым спросом пользуется радиусный бортовой камень. Гранитная брусчатка, которая без сомнения придает особый европейский шик дворам и улицам. Малые архитектурные формы. На новом современном оборудовании производятся индивидуальные гранитные изделия от ваз и фигурных памятников до столов и скамеек. Гранитная соломка – модная новинка на рынке строительных материалов. В современном дизайне пользуется особой популярностью для облицовки фасадов. Уникальные и экологически чистые изделия создадут престижный образ любому строящемуся объекту. Срок службы гранита более 100 лет, и он лучше других облицовочных материалов в этом сегменте. Не боится любой погоды, температурных перепадов, вибраций и ударных нагрузок. Высокое качество продукции, совершенствование производства и модернизация оборудования лучше всего характеризуют работу щебеночного завода «Глушкевичи». География поставок предприятия обширна. Это практически вся Республика Беларусь. Гомельская, Минская, Гродненская, Могилевская, Витебская, Брестская области Беларуси. Продукция завода пользуется заслуженным успехом в Российской Федерации. Поиск новых рынков сбыта – важная часть работы предприятия. На предприятии имеется собственная лаборатория. Ведется мониторинг выпускаемой продукции. Здесь внедрены системы менеджмента качества, окружающей среды, система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности. Прочность, богатая текстура, долговечность – вот основные преимущества продукции щебеночного завода. Вы можете выбрать тот цвет и тип камня, который подойдет именно вам. Мастера завода изготовят из гранита изделия строительного, архитектурного и ритуального направления любой сложности. Год за годом укрепляются позиции, ставятся амбициозные цели. Предприятие «Гомель-Облдорстрой» дорожит своей репутацией, выполняет все свои обязательства и гарантирует высокое качество продукции. Щебеночный завод «Глушкевичи» всегда открыт для сотрудничества и будет рад видеть вас в числе своих партнеров.